здравствуйте! Сегодня мы с вами будем познавать искусство азербайджанского народного танца. И учить нас будет известный хореограф-постановщик Ильхам Кяримли. Слышите, оттуда доносится музыка. Давайте же посмотрим, как проходит урок. Здравствуйте! Вы просто великолепно танцуете, мне очень понравилось. Можно я к вам присоединюсь? Спасибо большое. Ильхам Мюалим, скажите, пожалуйста, что в первую очередь надо сделать перед началом урока? Сначала надо большой любви иметь к танцу. Это раз, это в первую очередь. Иметь надо музыкальный ритм, пластику, любовь к танцам, а когда заходишь в зал, надо иметь форму сначала, а потом надо делать разогрев перед танцем. А потом надо внимательно слушать педагогу и начать движение. Насколько я знаю, существует несколько видов азербайджанского танца. Какой танец мы будем с вами учить сегодня? Сегодня мы будем чисто народные наши старинные танцы, те танцы, которые наши предки тоже танцевали, и сейчас мы тоже преподаем новым поколениям, чтобы они не забывались никогда. А как они называются? Например, там много у нас танцев. Узундере, Терекеме, Мирзеи, Вахзалы Мирзеи, Иннабы, Саргелин, Казахы, потом Шенрекс, Байрамрекси, несколько видов яллылар, там много у нас танцев. Назелеме, например, дуэтные танцы тоже есть, Гавалрекси, там много танцев у нас. И сегодня мы будем танцевать... Будем учиться танцу Терекеме. Отлично. Давайте приступим. Давайте. Стоим ровно. Да. Ровно, с третьей позиции. Ждем. Ровно ставим, осанку имеем. Угу. Пятку ставьте, пожалуйста. Пятку назад. Вот, ага. Вот, правильно. Окей. И ручки не сгибайте. Ага. Ровно откройте. Хорошо. Плечи ровно. Угу. Вот. Первое движение мы что делаем? Раз, стоим. Два. Раз, так. Вот так. Вот. Ага, теперь отлично. На правую сторону, правая рука идет. Поднимаем наверх. Ставим поклон. Ага. Смотрим на зеркало. Угу. Идем в левую сторону. Открыли правую. Да. И раз, открыли. Поклон. А теперь делаем что? На месте. Раз. Два. Смотрим на пальчики. Три. И на четыре. Закрыли. Раз. Чистим, красиво держим. Ага, вот. Наверх. Открыли, смотрим на правую ручку. Ага. На правую ручку. А теперь правая нога у нас требовательная нога, ага, правильно? Да. Поворот делаем в правую сторону. Раз, на глаз. Ой, эту ногу мы делаем. Да, на глаз. Подойдите вот сюда, чтобы... Так, давайте я сюда подойду, да. Вот. Так, левая это нужно... И левая рука. Вот на здесь. Правый глаз. Крутимся, вращаемся на левую сторону. Ага. Раз, открыли ручки, осанку ровно держим. А, такая вот эта нога. Ага, окей. Ровно. И на месте. Раз. На месте. Два. Еще раз. По два раза. Раз. Поворот в левую ручку. На глаз. Ага. На глаз. Ага. В левую сторону вращаемся. Правую ручку открыли. Левая рука. Ага. Нога, то есть вытянутая. Ага. И на месте. Раз. И на месте. Два. А теперь правую руку согнули. Снизу. Поднимаем наверх. Вот вытянутая. Идем на правую сторону. Идем большой круг. Идем вперед. Открыли. А теперь в левую сторону идем, по нему левую руку. А, левую руку, да? Да. Идем вперед, иди на свое место. Ага. Держи ручку. А, ручка, вот. Ага, подними. Все. Локти не сгибай. Угу. Локти не сгибай. Окей. Представь, слушай, виноград ты держишь. А. Хорошо? Да, хорошо. Открыли. Ага. А теперь опять-таки идем в правую сторону двумя руками. Двумя. Раз. Красиво, вытянуто. А теперь в левую сторону. Открыли полные ручки. Посмотри, полные ручки. Открыли. Пришли вот сюда. Правая рука впереди. Левая рука сзади. Вращаемся. Нет, на правую сторону. А, в правую сторону. Да, окей. Правая рука впереди, в правую сторону идет. И расставим. Все. Ага. У нас будет первый этап, первое колено. Ага, а их всего сколько? Там? Вообще-то в танцах... Три там бывает, да. Три части бывает. Первое начало бывает,
второй бывает середина, и третий бывает финал. Угу. Это уже зависит от балетмейстера, как ставит танцы. Угу. Например, и от музыки много кое-что зависит. Может быть, начинается динамично там, в середине лирика, и финал такой динамичный, динамичный. Вообще, как вы считаете, сколько нужно времени для того, чтобы научиться танцевать, допустим, исключительно этот танец? Этот танец. Например, если человек, студент, давно приходит, у него способность, большой способность есть, талант есть, там музыкальный ритм, там пластика, там четкость, все есть. В принципе, за 5 уроков, 6 уроков можно учиться. Угу. Если человек, который проходящий, никогда не занимался танцем, он должен заниматься танцами столько, чтобы преподнести этот танец красиво. Угу. Надо сначала, опять-таки я говорю, любить танцы. Если любовь нету к танцам, не получится ничего. Угу. Знаете, вот это так. А вы скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас с вами станцевали этот танец, это женская партия? Это женская партия. Теркеме уметля у нас национальный народный женский танец. Красивый ага. народный женский танец, да. Хорошо. И у нас есть мужские танцы, угу. те, которые, например, есть танцы такие, что они дуэтные танцы. Угу. Мальчики, девочки танцуют, партнер с партнершей. Например, Назалеме, Сулейманы, там Яллылар, они массовые да. танцы. Например, вокзалы Мирзеи, угу. там еще есть у нас газавы танцы, Шенрекс, там разные танцы. Правую сторону. Поклон. Стоп. Ага. Левую сторону. Открой ручки. Поклон. Раз. Два. Две пальцы. Три. Четыре. Закрыли. Раз. Открыли. Ровно колено. Правую сторону. Раз. На глаз. Два. Лучше нас не ждет. Будь внимательно. Правую сторону. Раз. На месте. Два. Правую сторону. Поворот идем. Поворот большой. Поворот. Ага. Правую сторону, с двумя руками. Не торопись. Ходи медленно, красиво. Левую сторону. Правую сторону. Поворот. Нет, я вправо, вправо. Раз. Стоит. Раз. Стой, подождите. Три. Смотрим на руку. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Спасибо вам большое, мне очень понравилось, но каждый, мне кажется, должен заниматься своим делом, у меня не особо получилось, но все равно спасибо вам большое, что постарались меня научить. Я думаю, что ваша ученица Гюнель сможет показать нам цельный танец. Можно будет, Гюнель, пожалуйста?
Спасибо большое, Гюнель Ханум, что показали нам, как выглядит полноценный танец. Ну вот и все. На этом мы и закончили с вами обучаться искусству азербайджанского народного танца. До новых встреч!